Два вопроса. Почему до, после причастия всегда искушение? Или это индивидуально и не у всех так? И второе, да, готовиться страшно. Да. Второе, как можно готовить к причастию 8-летнего ребенка, чтобы не отбить охоту посещать храм с долгими службами? Ну, искушения до и после бывают у людей, которые причащаются редко. Вот когда человек причащает, скажем, там раз в 3 месяца, раз в полгода, то он тогда отслеживает, замечает, да, что вот начинает готовиться, он там за 3 дня до этого там, это все как-то превращается в такое целое такое грандиозное большое событие такое духовное. И на стадии подготовки там возникают сложности, и потом причаститься, и после причастия возникают сложности. Вообще-то, конечно, это хлеб насущный, причащаться нужно чаще. Если вы будете причащаться раз в месяц, раз в 3 недели, эти искушения будут отходить от вас, отсыхать, как бы как некая короста, отваливаться, да. Больше всего это свойственно тем, кто очень долго готовится, прям, да. И потом, когда вот это все у него так долго, так длинно, это должно быть несколько по-другому, мне кажется. С благоговением, со страхом Божьим, с любовью к Иисусу Христу, но чаще. И без лишних сложностей, без дополнительных лишних сложностей. Но об этом надо подробнее, что ли, поговорить, не знаю. Вот. Ну, в целом, лукавый, конечно, это враг любого добра. Вот. И он уже немножко отстает от тех, кто уже утвердился на пути добродетели. Он немножко отстает до времени. А те, которые так, значит, вот редко выползают из своего окопа, на тех он нападает. А как ребенка не отбить охоту? Надо найти литературу какую-нибудь такую о храме и о службе. Детскую, именно детскую. Такие есть хорошие книжечки, чтобы почитать с ним. Какую-то 1-2 молитвы с ним читать, не больше. И в храме, если вы с ребенком идете в храм, то там стоять в храме можно 15-20 минут, там, ну, полчаса, не более. То есть да, здесь есть опасность не замучить. Нужно понять его силы, чтобы ему было интересно, хорошо и на душу ложилось ему. То есть здесь главное не перемолиться, то есть не перетрудиться. Это как бы надо педагогический такт какой-то иметь. Дай Бог вам помощь.